Андрей Сушенцов, МГИМО, университет, Валдайский клуб. Владимир Владимирович, год назад, в октябре, здесь выступая, вы отвечали на вопросы о перспективах кандидата в президенты Дональда Трампа и ответили интересной формулой о том, что вы готовы работать с любым американским президентом, и вы не знаете, каким президентом будет Трамп, если он победит. И складывается впечатление, что Трамп бьет рекорды по непредсказуемости, и кажется, что с Хиллари Клинтон, может быть, было бы более понятное взаимодействие. Как вы смотрите на эту ситуацию? У нас, знаете, как в народе говорят, если кажется, надо креститься. Это только кажется. А как было бы на самом деле, мы тоже не знаем. Правда?